Миллионы телевизионных кулинарных шоу сейчас вы наблюдаете на всех телеканалах. Но сейчас я научу вас делать блюдо, которое не по зубам даже самым матерым поварам. Мой речитатив — это не просто так, потому что сегодня в рубрике «Сделано шефом» мы будем готовить хай-тек винегрет. Держитесь крепче и включайте телевизор погромче. Пока приготовление нашего винегрета ничем не отличается от обычного. Именно так любая домохозяйка это блюдо и готовит. А когда же начнется заявленный в начале хай-тек? Винегрет практически готов. Что нам осталось? Красиво его перемешать. Но нам это поможет сделать музыка. Ну и, конечно, насытит наш винегретец приятными танцевальными мотивами. Давайте-ка посмотрим. Способ приготовления действительно оригинальный и даже, можно сказать, высокотехнологичный. Единственный его минус – на выходе получается маленькая порция. Часть ингредиентов разлетается в процессе перемешивания. Итак, наш хай-тек винегрет готов, заряжен позитивными нотами и музыкальными мотивами. Но мы продолжим, ведь вдруг вы решите сделать себе не только винегрет, а, к примеру, еще какое-то экзотическое блюдо и зарядить его музыкой. Возьмем, к примеру, хрустяшки. Хлопья для завтрака тоже разлетаются по сторонам. Но те, что остались, заряжены бешеной музыкальной энергией. И с сахаром то же самое. Если смешать эти хлопья и сахар с молоком, кофе на протяжении всего дня вам не захочется. Посмотрим, как будет вести себя рис и какой-то белый порошок, привезенный из Доминикана, я так подозреваю. А это уже мало чем напоминает приготовление пищи. Это скорее творческий перформанс. И, скорее всего, при разработке его концепции определенную роль сыграл порошок, привезенный из Доминиканы. Продолжим наш эксперимент с жидкостью. Эту колоночку мы нальем крахмал жидкий. Крахмал на включенном динамике напоминает извержение лавы из жерла вулкана. На плаху отправляется гель для душа. А гель для душа под воздействием вибраций становится похожим на обитателя морских глубин. Но оставим в покое колонку. Возьмемся за утюг. Как вы видели, музыка придает съедобным и несъедобным предметам новую форму, краску, грацию, а также помогает вашим волосам быть мягкими и шелковистыми. Раздолбаи всегда с вами. Мойте руки перед едой.